Добрый день. Я Джамбеков Муслим, по вине которой произошло ДТП на Можайке. Я сочувствую, что вот так все произошло. Это не намеренно было. Я находился в шоковом состоянии на тот момент. Поэтому я, не соображая, что происходит, покинул это место. Я приношу соболезнования родным, близким, пострадавшим. Извиняюсь перед своим народом, перед жителями России за то, что вот так все произошло. После обращения Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, я понял, что так дальше не может продолжаться, и сегодня явился с повинным. Извиняюсь и перед ним, что вот так все произошло, и до него дошло это все. Вот так все.